Привет всем выжившим. Ну что, у нас первое обновление в Stay Out, и давайте посмотрим. Ну что ж, кажется, наши молитвы были услышаны, и теперь мы можем пропустить начальное обучение, как нам пишут это разработчики. А также стоит заметить, что коробка с вещами от проводника в начале станции сразу появляется у нас в рюкзаке. И то есть это значит, что у нас появляется револьвер, у нас появляются спички, древесина, и мы можем бежать, куда глаза глядят. Плюс нам добавили возможность редактирования лица персонажа из главного меню. Ну, видимо, кто-то просил. Также некоторые игроки жалуются на довольно ядовитую атмосферу на станции Лесная, то есть некоторые сбиваются в группы, начинают отстреливать новичков, не давая им выйти из начальной зоны. Поэтому лично мое предложение было бы совсем убрать возможность нападения на других игроков из начальной зоны обучения. Ну и, конечно, сообщать об этом игрокам, что, скажем так, PvP в этой зоне запрещено. Мне кажется, это вполне себе разумно, но вы можете писать в комментариях решение этой проблемы. Может быть, у вас найдется что-то поинтереснее. Ну и, конечно же, хочется сказать, что если не наша критика в группах и в отзывах Steam, то никакого пропуска обучения не было бы. И хочется заметить, что разработчики действительно следят за Steam и активностью в нем, чем на других ресурсах, даже там в том же ВКонтакте или же на форуме, на котором последний раз активность была в 2018 году. Поэтому обновляйте свои отзывы в Стиме, следите за новостями, пишите там в комментариях. И, конечно же, я имею в виду аргументированную критику, без матов и прочего. Поэтому, да, ребят, давайте как-то солидаризироваться и пытаться сделать эту игру лучше. Все же из всех игр по сталкеру Stay Out, пожалуй, выглядит лучше всех. И тут даже дело не в графике, а в самой атмосфере, в механике, да и в взаимодействии с другими игроками. А говорить про игры, которые пытались воссоздать мир сталкера, можно, пожалуй, говорить весь день. Поэтому, да, давайте скорее радоваться и наслаждаться тем, что мы имеем. Ведь пока у игры есть мы, игроки, игра будет развиваться и в дальнейшем дорабатывать себя, добавлять новые возможности, новые вещи, новое оружие, новую броню. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И да, пока-пока, удачи!